Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Гидрофон там на электроножках. Вот он. Страшный и ужасный электрогидрофойл. Насос. Вот такая вот конструкция. Насос. Моторчик. Подключен. Слава. Поехал. Летающие люди. Я вас понял. Стоп. Можете рассказать нашим подписчикам, как вы докатились до такой жизни? Катание на электрофойле. Вы же кайтер, гидрофолист. Когда нет ветра, это лучшее занятие. А поскольку ветра у нас нет все лето, никогда. За ветром надо ехать очень далеко. И дорого, да. Да, и дорого. То есть несколько поездок за летом, да, они как раз обойдутся. А купят гидрофойл. Да, электрофойл. Зато кататься можно каждый вечер, да. Каждый вечер, каждый день. Каждую ночь. Ну, когда ты еще фонарь поставить, да? Да. Да, батарейку помощнее. Батарейку меняйте и все. Понятно. Круто.